Привет всем, с вами Лига Music Wars, и сегодня у нас майские акции. В общем, все, что вы ждали этих полгода, наконец-то пришло. Что же нам интересного принесла майская акция для тех, кто не играет в Music Wars, но до сих пор меня смотрит? Всем, ребят, привет. Поехали по биржевому кризису. Но прежде чем мы пойдем внутри и все посмотрим, давайте же перейдем на самое интересное, где обычно проходят у нас все новости. Это, конечно же, наш форум. И, в общем, на форуме здесь намного лучше все описано, поэтому давайте сюда сразу же. Итак, биржевой кризис начался 23 числа. В общем, шестой раз подряд 23 числа начинается биржевой кризис. Итак, награда мэра. Катюша. Топовая, ребята, у меня. Мне качать Катюшу эффекта нету. Но многим новичкам, конечно же, качать надо. Позитронный ускоритель не полный, сразу говорю, не полный. Качну, наверное, уровня 2. Максимум, возможно, 1. Ну, как пойдет. Злобоглаз у меня тоже не полный. Но выкачивать его в топ, ну, я не знаю. Такое себе. Вот Мару, возможно, я покачаю. Мара мне вот, ну, прям очень хорошо приглянулась. Прям, возможно, ее качну. Чужого не знаю. Чужого один уровень, скорее всего, больше не будет. Клетка топовая, клетку качать эффекта нету. И бумер тоже у меня топовый, поэтому я тоже по нему не прохожу. Ну и олигархи те же самые остались. Ну и давайте самое интересное, мы перечислим. Итак, Марк 6 Айрон, Марк 11 Сильвер, Марк 12 Голд, Марк 20 L Платинум, Марк XX Оксид, Марк Уфо и Марк XXXX, блин, похоже на какой-то, короче, фильм для взрослых. И название Амбер, в конце концов. В общем, еще один введенный. Черненький, красивый, кстати, черный прям очень. Хотя вот этот тоже был бравенький такой, зеленый, но этот еще веселее. Итак, марки, в общем, все полностью описание. Каждый что-то дает. Ну вот. Получает усовершенствованный модем с наилучшим бонусом. В общем, окончание здесь на костюм наносит массовый урон, равный 10% от мощности щита, накладываемого от костюма. Ну, неплохой урон, так скажем, 10%. Ну, нехило бахнет, прям, если честно. Причем самое интересное. Ну, уже кто-то выкачал, я точно знаю. Пирочика, допустим. Он уже качнул. Домохозяй там. Ну, он только начал выходить на эту штуку. Посмотрим, как пойдет. Итак, дальше майская акция у нас подарки. Подарки, конечно же, 33% скидка. Итак, до 9 числа закупаемся подарками. Сразу говорю, дроп будет с них не очень, но с них падает много генетики, много шао и много звезд. Поэтому, если вам питомец сильно не интересен, ну вот как-то так. Но этот питомец не имеет, ребята, тела. То есть по нему не будет проходить урон. Это еще один питомец того же самого формата, как Блохиш. Имеет чистое проклятие. То есть все, в общем, это питомец поддержки. Питомец поддержки, конечно же, обязательный к выкачиванию. Как бы ни было, вот по максимуму будет выкачиваться, но я, как уже говорил много раз, вкладываюсь только во вторую волну. Во второй волне обязательно появится какой-нибудь новый модуль, поэтому туда буду вкладываться. А так, прикольно. Проклятие, смертельный приговор, преданный страж, отмщение. Все полностью на помощь, именно на помощь самому герою. Так что нижние уровни, деревянная лига, давайте, бронзовая лига, ребята, все качаем. Прям хороший питомец, прям про вас. Прям про вас. Итак, ну амулет не интересен, но появились новые суперпризы. Ребята, хищник. Хищник качается прям очень хорошо. Желательно качать к 13 уровню, если есть такая возможность. Очень тяжело выпадать, наверное, будет. Будет прям, ну, неприятно. Но я думаю, что многие будут качать наконец-то модульную печь. Все ее ждали, как не знали, в каком виде попадет. Но вот она попала к нам в рулетку. В рулетке модульная печь будет выпадать раз от раза. Но, как говорил Крейзи Славка, он сказал хорошую вещь. В свое время у меня есть интервью. В общем, у меня на канале. И он прямо говорил, что самый лучший способ выкачать любой предмет, накопить кучу торнов и его выкрутить в рулетке. Вот это примерно то же самое. У меня шестая модульная печь. Я сейчас вам покажу ее. Но вот здесь прям, ну вот как-то будет, возможно, качнется уровень или два. Это до декабря месяца. Таргон у нас сменил нашего, получается, питомца в клубах. Теперь те, кто не докачал Таргона, прям, ну, можно качать. 16 уровня он хороший, сразу говорю. Таргон, когда у него появляется благословение. То есть он прям, ну вот,
Сейчас открою. Вот. Благословление 16 уровня. Прям очень хорошее. Ну, провокация не очень, а вот благословление прям очень хорошо. Ну и все. Вексели, майские клубы, короче, Уолл-стрит. Все остальное стандартно. Так что, воин наш есть воином. Давайте перейдем к нам в игру и посмотрим же уже, как здесь это все выглядит. Итак, призрачный воин. Все его навыки со всем описанием, как положено, максимальный уровень 15. Сразу говорю, за майскую акцию выкачать простым игрокам даже уровень 11 будет очень сложно. Поэтому, ну, как-нибудь можно постараться. Ну, если не получится, ну, не получится. Не забывайте, что с первой партии подарков выпадает вот этот вонючий амулет. Здесь я уже начал выкупаться. Начал выкупать какие-то часть подарков. Вот два, допустим, я уже выкупил. Плюс сейчас при вас откроем большой праздничный подарок. Он исчезнет ровно через несколько дней. И хоба! 350 торнов, 2 щита, ну, 220. Ну, такое себе. Ну, ладно. Не критично. В общем, на один подарок у нас есть. Хотел показать гараж. Сейчас зайдем так. Мой гараж, в общем, показать, что у меня выкачана Катюша, вот она у меня 10-я, ничего я качать с ней не могу. И бумер у меня, ребят, 5-го, короче, ну, не хватает, не знаю, возможно, буду качать, возможно, нет. Он, падла, дорогой, на него столько уйдет, я не знаю, ну, я его не выкачаю, наверное, вот, просто не выкачаю. Очень ждал, ну, финика, ну, жалко, нету, ну... Ну вот, ну нету, вот понимаете, ну вот третий у меня финик, ну вот хотя бы один уровень. Я пытался его выкачать четвертый, что-то слишком много рубинов уходит. Просто до хера рубинов уходит. Ну и этот, если посмотрели, из питомцев. Питомец, в общем, в виде чужого у меня вообще болтается на складе. Я без него играюсь, потому что, ну, он очень слабый, эффекты, короче, никакого не дает, так как он атакующий юнит, именно атакующий. Ну, эффект от него маленький прям, очень маленький. Ну и... По хищнику. Хищника у меня неплохой, выкачанный, 17-й. Так что, если возможность есть качать, качайте хищника. У меня он в клетке выходит первым. Ну, имею в виду с самой рулетки, да. Вот, ну, на рулетке сейчас зайдем, покажу. Вот. Пытался модульную печь выкрутить, ну, вот, не получается. Дальше, ребят, будет видео у нас по открытию. У меня будет 140 зеленых ключей. Я буду открываться, будут торны, будут, короче, 15 голды здесь. Выхода будет всего... Ну, в общем, буду открываться, насколько возможно. Плюс я начинаю, ребят, крутить ринги. Я начинаю крутить ринги. Накопил я мало. Ну, не 1000, конечно, как к этому, к Новому году. Думаю, к Новому году больше накопится. Здесь, получается, период намного меньше. Ну, вот сколько получится, столько получится. Ну, я постараюсь, ну, имею в виду, выкрутиться. Сразу говорю, я вкладываюсь, как всегда, только во вторую волну. То есть, а потом все остальное уже по мере того, что останется. У кого сейчас нет МПшки, ну, это очень печально. У меня 17 дней осталось. Тем более сейчас сабисы, короче, внизу списка идут. Жалко тратить очень много, когда ты активировал по 30. Так что вот как-то так. Ну и обладатели наши, обладательных наших, короче, этих. Это вот Пирочика, Кукрыникс, вот 30-й. Неплохо, короче, взял, но он взял первого Марка. Ну, ладно, хорошо, главное, что взял. Домохозяй хочет взять все разом, если у него получится. Ну, честь ему и хвала, лишь бы ему не мешали. Ну, все нормально. Хакерскую атаку не хочу применять, потому что очень хочу себе вот эту бодяжку. Она у меня 6-я. В общем, если выкачу ее чуть-чуть больше, желательно, конечно, в топ ее выкачать, а все остальное вообще забить. Ну, я думаю, у меня не получится, но мне она очень нужна. Вот прям я очень ее хочу, прям очень хочу ее в топ. Ну, на мехе будет хороший, прям колоссальнейший бонус. Ну, хотя бы как-то можно будет пободаться, а так, ну, как пойдет клетку, как я уже говорил, качать эффекту нету. Итак, биржевой кризис у нас стартовал. Пожалуйста, все ваши запасы, которые есть, выбирайте свою волну, то есть, которая у вас будет. Не забывайте, будет поясок, будет секретный модуль, будет еще, возможно, чипователь. Ну, то есть, кольцо, как в обязательном порядке, модули будут тоже. То есть, все идет по стандартному сценарию. В общем, с переходом вас в летний режим, с отдыхом, начинаем набивать векселя. Векселя не сгорают от волны к волне. Чем больше вы набиваете, тем лучше. Давайте. Всем счастливо. С вами был доктор.